Мы только начинаем свой путь в мире, о котором знаем очень мало. Мы научились понимать, что такое хорошо и что такое плохо, опираясь на очевидное. И нас пугает все, чего мы не знаем или не понимаем, даже если это неплохо. Здравствуйте! Вы смотрите открытый урок Института воспитания «Защитники мира». И сегодня мы поговорим о том, что поможет нам разобраться во всем, что происходит. Мы поговорим о событиях на Украине. Украинский кризис начался не вчера. И вообще дело не в Украине. И распространяют кадры якобы войны в Украине, но на самом деле других военных конфликтов. Кто-то даже берет кадры из компьютерных игр, докладывает звук и выдает за правду. Именно так. И таких фейков, поверь мне, очень много. И с каждым днем их становится все больше и больше. Ракета, попавшая в детский сад, колонна разрушенных танков, сбитые самолеты. И прежде чем размещать какую-либо информацию в социальных сетях, обязательно необходимо проверить достоверность этих источников. И все, что вы сейчас видите, анализируете и критически воспринимаете, только после этого верьте тому, что пишут те, на кого вы подписаны в социальных сетях.